Одеситів і відпочивальників охопила паніка. На березі помітили відразу кількох скатів-хвостоколів. Візит отруйних морських мешканців зафіксували на пляжі «Дельфін». На щастя, прихильники пляжного відпочинку можуть зіткнути з полегшенням. Навала так званих морських котів – це звичайне явище для Чорного моря, кажуть експерти. Риба справді небезпечна через гострий шип на хвості, але першою ніколи не нападає. Якщо тварини і підпливають до берега, то тільки вночі або ж рано вранці, допоки люди не порушують їхній спокій. Нічого екстраординарного в тому, що произошло, ні. Дійсно ли ці настільки ядовиті наші животні? Сразу скажу, що умереть в судорогах, ви не умрете, навіть якщо вас хтось із цих організмів ужалить, ви неосторожно з ними, к ним прикоснетесь. Там дійсно є істинно ядовиті риби, які мають ядовиті желези. Так называемые рыбы, вот как, например, катран, акула. Вы можете пораниться шипом, и произойдет заражение, если была вода грязная рядом. Я бы не боялся ходить на море. И вот эти скаты и другие страшные ядовитые рыбы, просто в то время, когда мы все на пляже галдим, топчемся, ныряем, клошматим по воде. Они уходят на ближайшие несколько километров, и здесь их никогда не бывает. Скати-хвостоколи сягають завдовжки 1 метра. Експерти кажуть, на знятому відео наразі молоді особини. Якщо випадково наступити на хвостокола, він почне захищатися і застосує отруйний шип. В такому разі експерти радять дотримуватись кількох правил. Що робити, якщо вас ужалила ядовита риба? Перво-наперво надо рану промыть большим количеством пресной или морской воды. Значит, ее надо обязательно промыть. По поводу отсасывания яда здесь достаточно спорный вопрос, не могу сказать однозначно, потому что, ну, вы понимаете, что постороннему человеку такую процедуру делать достаточно, как бы, ну, проблематично. На втором этапе, после того, как мы промыли рану, мы должны направить мероприятие на снятие болевого симптома. Значит, достичь это можно двумя основными способами. Если, допустим, ранение вы получили в конечность, то для снятия боли можно эту конечность погрузить в горячую воду. Погрузить в как можно более горячую воду, оно снимет несколько болевой симптом. Есть еще один народный способ, который используют часто рыбаки, если они получили, а именно уколы ядовитых рыб чаще всего получают рыбаки, которые неосторожно обращаются с уловом. Или как бы во время ловли этих рыб случайно может попасться ядовитая рыба. В таком случае, если вам повезло в том плане, что ваш обидчик оказался у вас в руках на месте, значит, с соблюдением правил безопасности необходимо отрезать кусок мяса от этой рыбы, которая вас ужалила, и приложить к ране. Это в значительной мере снимет первые болевые симптомы. Ну и третий обязательный этап – это обращение в медицинское учреждение за квалифицированной помощью. Наразі значно більшу небезпеку у воді становлять бетонні споруди, з яких полюбляють пірнати прихильники пляжного відпочинку, особливо в стані алкогольного сп'яніння.